Так, продолжаем движение. 561 серия. Участок Владивосток-Крым. То, что вы сейчас наблюдаете, это съемка на видеорегистратор в режиме парковка. Через определенное время после остановки видеорегистратор включает режим, ну вот в таком формате идет съемка. Этот файлик короткий, он где-то минуты три, наверное, будет. Вот просто посмотрите, по-моему, прикольно. В этой серии намерен показать вам, во-первых, место, где я остановился, где сейчас нахожусь. Посмотрите на территорию, насколько это возможно, чтобы иметь представление. Точно такая же площадка на противоположной стороне дороги, на противоположной стороне трассы. Ну, если смотреть, то она будет левее. Так, двинемся мы направо, в правую сторону, к Крымскому мосту. Вот красавец. Вот цель остановки я уже говорил в прошлой серии, что хотел заснять арку Крымского моста в темное время, когда включается подсветка. Но, к сожалению, это мне не удалось сделать, так как я не знал по времени, когда включается иллюминация. Ну ладно, чуть позже скажу. Это вид правой стороны из окна автомобиля. Сейчас в данное время немного автомобилей. Наверное, это объясняется временем. Во-первых, осень, во-вторых, уже поздно. Вот, но тем не менее, место довольно-таки оживленное. Вот такая площадка, такая стоянка не только на противоположной стороне, но она и за мостом. Тоже и с левой, и с правой стороны организованы такие автозаправочные станции, магазины, столовая, кафе, охраняемая стоянка есть. Всевозможные магазины, прачечная, сауна. Ну, в общем, на этой стоянке, на этой площадке есть все, что может понадобиться от водителя в дальней поездке. Жду, когда совсем стемнеет. Мне сказали работники, кто работает на этой площадке, что подсветка включается автоматически. То есть стемнело, сработали датчики освещенности и подсветка включилась. Но, к сожалению, произошло все не так, как я предполагал. Подсветки не было, то есть я стартовал слишком рано. Ну, нужно было, наверное, еще постоять, какое-то время подождать. Может быть, часа два, три. Я этого не знал. Не догадался зайти и в интернете
поискать нужную информацию. Вспомни бак бензина. По Крымскому мосту я проезжал неоднократно. В светлое время все были мои поездки. Впечатление, конечно, эта арка белоснежная оставляет неизгладимое. Много в России, очень много красивых мостов. Ну, мы по некоторым из них проехали. Это вот и во Владивостоке мосты, и в других местах. Вот мосты всегда вот это инженерное сооружение, оно оставляет определенный след в памяти. Вот уже Крымский мост не исключение. Кстати, впервые по Крымскому мосту я проехал, я уже говорил об этом, на 10-й день после его открытия. Ну вот еще раз посмотрите на эту стоянку, на эту площадку, чтобы иметь представление, что она из себя представляет. Ну, как она выглядит. Есть и беседки для отдыха. Ну, в общем, сделано на уровне. Я думаю, вам понравится. Если будете ехать, то остановитесь. Повторю, что такая площадка и до Крымского моста, и уже за Крымским мостом. Ну вот, продолжаю состояние ожидания, когда это стемнеет. Это уже вот нормальный режим без ускорения. Осень, но тепло. Уже время начинает темнеть, но интенсивность движения по трассе Таврия, ну, немного ослабло. Днем более интенсивное движение. Заснять Керченский пролив, водную гладь в этой серии не получится, потому что стоят вдоль трассы щиты, которые защищают или от ветра, или шумопоглощающие. Водной глади не видно. Но немножко опережая события, скажу, что уже возвращаясь из Крыма, там будет гораздо интереснее и красивее картинка. Там виден будет и железнодорожный мост. Там на высоте находится, не меньше, наверное, 10 метров. За ним видна будет водная гладь, водная поверхность. Ну вот уже выдвигаюсь потихоньку, но я говорю, вот сейчас на картинке видно, что слишком рано, еще светло. Последние минуты перед стартом. Повторю, я в прошлой серии говорил, что раньше
Я перебирался на Крымский полуостров. При помощи парома. Огромное количество времени тратишь, оформление документов, досмотры, даже очереди при погрузке на паром. Сам паром больше часа находился в пути. И сейчас спуском моста. Вот это время сократилось до 10 минут, наверное. Я думаю, минут 15, может быть, хватает, чтобы с материка попасть на полуостров. Кстати, по-моему, даже на этой площадке видно было водную гладь Азовского моря. Но я не брал с собой видеорегистратор, поэтому вот на словах об этом говорю. Большая интенсивность, этот загруженность, или как сказать, много автомобилей останавливаются на отдых, на ночевку. Я не знаю, правда, есть тут боксы с подогревом в зимнее время. Брать не буду. Эти кадры уже были немного ранее звукового видеорегистратора, но уже монтировать дальше. Так, ладно, посмотрим. Я тут вырезал кусок, чтобы слишком много времени не терять на съемку просто этого кафе. Кафе, столовая тут же оплачивается. Топливо оплачивается на месте в кассе. Что-то долго я ковыряюсь. Так, пошел в магазин. Кафе заплатить за бензин. Но я кофе не брал в этом кафе. У меня чайник с собой был. Кстати, насчет оборудования, что я беру с собой в дорогу, я, наверное, отдельно серии расскажу. Но вот поскольку сейчас вспомнил про чайник, то я бы рекомендовал все-таки покупать чайники или эти подогреватели отечественного производства. У меня было два нагревательных прибора, да, как кружка с подогревом китайского производства. Хорошая, устанавливаешь время, там напичкана электроникой. Электроники много, она отслеживает и поддерживает температуру. Удобная вещь. Но при минусовых температурах, она не включается, просто-напросто уходит в аварию и не работает. А наш чайник, он великолепно включался и при минусовой температуре, и подогревал там, по-моему, около литра воды в чайник помещалось. Это в течение 20 минут он доводил ее до кипения. Вот. Но я не ждал, когда она закипит, начнет булькать. Где-то 90 градусов. Температура вполне нормальная, чтобы там и кофе сделать, и там
доширак приготовить. Поэтому сами делайте вывод, сами принимайте решение, какой нагревательный прибор для воды с собой. Два варианта. Да, повторю, что китайский там наворочена электроника, и она поддерживает заданную температуру, не дает опуститься. Вот, но при низких температурах не работает. Вот, посмотрим сейчас еще раз на эту стоянку. Очень хорошее место. Вот здесь, возле желтой полосы пешеходной, стоял этот мошенник с машиной. Никого. Ну вот, покидаем эту стоянку, уезжаем, где начнется Крымский мост. Ну, сами наблюдайте, как только пойдут эти щиты с правой стороны на трассе. Значит, начался отель, кафе. Крымский мост. Ну, да, слушайте, общем, что я там вот говорю в салоне автомобиля, я прекращаю свои комментарии. Туризм на автомобиле имеет большие перспективы. Специально дождался темного времени, чтобы заснять, если получится, подсветку Крымского моста, в частности арки. Так, там буду двигаться максимально медленно. Мост длиною 19 километров. Начнется там, где будут стоять щиты. Ну, с правой стороны сбоку. Первоначально хотел в Тамань заехать, там заправиться и ждать, когда стемнеет. Но я не ожидал такой стоянки. Я просто в восхищении. Thank you.
были щиты. Мы уже едем по мосту. Стеклянные, прозрачные, вернее, из прозрачного пластика, чтобы кто на автобусе едет, мог полюбоваться Азовским морем. Волнением жду встречи с аркой. Помню, первый раз проезжал, какой-то комок подкатывал к горлу. Арка небольшой протяженности. Но несколько секунд там.
Василий Никитович. Они летают, потому что катаются каждый день. Thank you.
Река ее будет видно, нет? Какое-то волнение непонятное. Что проехали уже.
ребята, демократы. Так дело не пойдет. Я там ждал встречи с иллюминацией. Разочарование полное. Полнейшие. Разочарование полное. Настроение нулевое. Или и то иллюминация несравнимо лучше. Было какое-то чувство такое мерзопакостное, но не до такой степени, я думал, обломается. Позже включается освещение. Надо было в интернете поковыряться. Ну ладно. Thank you.
Да, ребята. Разочарование полное. Кончилась советская власть, ё-моё. Это да. Через 1,5 километра будет заправка. Это трасса Таврида. Вот такая она ночью. Thank you.
поверните налево. Вот и все. Да, разочарование полнейшее. Режим записи. В общем, мне сказали, что парк отключается после 8. Вот, на нее уже никто не обращает внимания, но, значит, не судьба была. Не судьба. Да бог с ним. Постараюсь заснять светлое время. Thank you.